Как же можно поесть и не запечатлеть ничего? Ни одна еда не обходится без фоток и Инстаграма. Так, настало время покушать, сделать что-то из того, что есть. У меня есть салат с капустой и огурца, уже заранее приготовлен колбаска, которую я купила просто в супермаркете и обжарила. Есть кусочек хлеба и авокадо. До, после. Ну и, конечно же, сделаю себе чай. Чай у меня на данный момент Кертис. У меня он идет, по-моему, с шоколадом. Но вообще запах и привкус какао на самом деле. И я его взяла по ошибке. Больше всего вам советую либо просто с лимоном, с бананом вкусный, с лаймом более-менее и с апельсином. Поэтому я его по ошибке взяла, потому что здесь нарисован апельсин. Я просто не прочитала, что это апельсин и шоколад. Но вот если вы возьмете именно чисто с апельсином, вам он точно понравится, он очень вкусный. А сейчас хочу сделать гречу. Здесь один стакан, закипятила воду, тоже один стакан. И вот залила, будет настаиваться. Готово мясо. Еще буду делать салат. Салат будет заправлен обычным маслом. Будет капуста, лук, морковь и огурчик. И уже почти готова подливка. Смотрите, что случилось с гречей. Я ее не вываривала, ничего, просто залила кипятком. Она уже набухла. И здесь немножко вот на дне есть воды, поэтому я ее совсем чуть-чуть не проварю, а просто выпарю водичку. Из ленивого еще я сделала рагу. Делала его не сама, а купила уже готовую смесь и обжарила. И, как обычно, кускус. У меня сегодня капустный день. Нарезала много капусты, сделала салат и стушила. А здесь у меня мяско. Попробовала Pepsi Real Cherry. Короче, такая редкостная гадость. Очень химозиная дает. Не советую вообще вот это вот дерьмецо. И по поводу мишек. Мы очень любим вот эти желейные мишки, но именно от Фрутис, по-моему, или как-то так фирма называется. А эти, именно от Haribo, почему-то мне тоже пластмассы какой-то отдают, не знаю почему. Именно от Haribo мне не нравятся вообще никакие желейные конфеты. Домашний компотик. Сейчас я решила замариновать курицу в горчице. Слышала о таком, не пробовала ни разу. Вот пришло время попробовать. Добавила сюда лук, засыпала приправу всячески, посолила. Теперь все перемешаю. И дам ему настояться некоторое время. Решила любимому приготовить еще капусту. Обжаренную, он обожает ее. И уже отправляю мясо в духовку. Так, еще решила сделать на попозже себе такую штучку. Попробовала я, кстати, ее в Краснодаре, в кафешке. Нам потребуется лаваш, рыба, семга, форель, неважно, зелень, сметана и сыр. Это блюдо делается, как обычная шаурма. Лаваш смазывается сметаной. Потом аккуратненько выкладываем зелень. Потом выкладываем рыбку. И заворачиваем. Все готово. Теперь в любой момент, когда мне захочется покушать, я могу разогреть их на сковороде, потому что у меня нет микроволновой печи, и перекусить. Я, конечно, забыла добавить сыр туда, но это не меняет сути. Сметана делает свое дело. Это не то блюдо, которое можно есть каждый день, но побаловать себя иногда можно. Решила сделать домашние чипсы. Нарезала картошку так тонко, как только смогла. Налила в емкость масло и, соответственно, вот уже готовится картошка. Вот что получается. Останется только присолить и можно будет кушать. Собралась сейчас готовить рагу или овощное, кто как называет. Я уже подготовила грибы, перчик, морковь, лук, картофель. По плану должна была быть еще капуста, но я забыла ее купить. В общем, все это сейчас буду тушить, потом соединять вместе и уже доводить до готовности. Первонаперво я обжариваю грибы, лук. После я в кастрюльку добавляю ножку
наливаю немножко воды для того, чтобы сделать бульон. Добавляла чуть лук обжаренный и морковку. Сейчас я буду добавлять сюда картошку. Предварительно уберу вот этот кусочек мяса. Доведу картофель до неполной готовности. После добавляю все оставшиеся ингредиенты. Солю, перчу, окончательный штрих – зелень. И вуаля! Все готово. Приятного аппетита. Я уже делаю сырный суп. Здесь у меня бульон. Уже бросила картофель, лук, морковка потертая и зеленого лучка немножко. Здесь я обжариваю мясо. Это у меня свинина. И также лук с морковкой. Это тоже все для супа. Решила не брать никаких копченых там сосисок, колбас, ничего такого. Хочу попробовать с мясом. И также в суп у меня еще пойдет немножко обжаренных грибов. Ну и сырок, конечно. Вот такая вот получилась у меня вкуснятина. Всем приятного! Я тут сходила в магазин, скупилась. Мы собираемся делать окрошку. Смотрите, какие тут яички. Одно... Ужасно, какое-то кровавое. Мне кажется, курица снесла это яйцо и умерла. Или если не умерла, то это яйцо ей далось очень тяжело. Жесть. Я решила сделать безе дома. Для этого мне понадобится 180 грамм сахара, 3 яйца. И еще забыла про лимон. Нам нужна будет чайная ложка лимона. Отделила желток от белка и нужно теперь это все взбить. Теперь будем добавлять по 2 чайные ложки сахара и снова взбивать. Приготовила. Вкусняшку. О, мой бог. О, май глаба. Рецепт от Полины. Кто так любил в детстве делать? Я обожаю. Добавляем чайную ложку лимона. И снова взбиваем. Вообще нужно запекать при 75, по-моему, градусах. У меня такой температуры нет, у меня минимальная 180. И я приоткрываю периодически свою духовку. Вуаля! Я его, правда, немножко пережарила, но так вкусненько.